Всем привет! Хочу поделиться с вами отличной новостью. У компании FishUp, которая специализируется на производстве силиконовых приманок, выходит новая линейка, морская серия. В первую очередь, приманки, предназначенные для ловли ставриды. Морская серия приманок включает в себя 4 модели. Это Аджи Танта, 1,3 дюйма Аджи Тини, 1,5 дюйма Аджи Трипл Стик, 1,9 дюйма и самая крупная Аджи Скали 2,3 дюйма. В уловистости этих приманок я нисколечко не сомневаюсь, ведь цвет, форма, размер подобраны очень грамотно. Приманки из этой линейки делятся на два типа: прозрачные и непрозрачные. Непрозрачные приманки светонакопительные, glow, то есть при подсвечивании ультрафиолетовым фонариком они будут светиться в темноте. Ну и прозрачные идут с вкраплениями блесточек. Приманки из морской серии в первую очередь отличаются от обычной своими расцветками. Также морскую серию приманок от обычной отличает цвет упаковки. Теперь упаковка бирюзовая была всегда оранжевая. В одной упаковке находится 10 приманок. Приманки для ловли ставриды от FishUp небольшого размера, компактные, поэтому советую их хранить в коробочках от Мэйха. На столе представлены коробки серии Ранган в размере 10-10, а также Light Game Case J, тоже как нельзя лучше подойдут для хранения этих приманок. Предварительно разложил приманки, выглядит все эстетично и симпатично. Итак, друзья, давайте подробнее остановлюсь на каждой из приманок. Начну с самой маленькой, это Аджи Танта. Та же самая Танта, что была раньше, всем узнаваемая форма. Единственное, что теперь она 1,3 дюйма для морской серии. Выпущена в различных цветах. Есть как непрозрачная, как я говорил, с добавлением фосфора. И она светится от ультрафиолетового фонарика. А также есть прозрачные, которые также отлично, я думаю, будут интересовать активную ставриду на море. Так, следующая приманка — это Аджи Тини. Аджи Тини — своего рода малечек. Размер приманки 1,5 дюйма, немножечко больше, чем Танта. Цвета аналогичные, есть как прозрачные, так и непрозрачные. Вот, тоже перекочевала в морскую серию из обычной серии приманок. Ставрида хищник, и зачастую кормовой базой является у нее как раз таки малек. Поэтому вот эта приманка Аджи Тини, я думаю, тоже будет интересовать активную ставриду. Следующая приманка — это Аджи Трипл Стик в форме слага. Размер приманок 1,9 дюймов, цвета те же самые, на любой вкус можно подобрать себе приманку. Я на нее возлагаю большие надежды, на эту приманку, мне она больше всего по форме понравилась. Ну и последняя приманка в этой серии — это Аджи Скали. Самая крупная приманка, размер 2,3 дюйма, тоже слагообразная. Интересная форма, цвета те же самые. Ставриду однозначно интересовать она будет. Что же касается оснащения этих приманок, я предпочитаю ловить ставриду, используя специализированные пелагические головы. Если у вас нет таких джиг-головок, то можно использовать обычные чебурашки с одинарничком. Вот, к примеру, я оснастил Аджи Танту чебурашкой вольфрамовой, можно использовать и свинцовую, если у вас нет вольфрама, и одинарный крючочек в размере десяточка. Крючки одинарные для ловли ставриды советую использовать
от 10 номера до 8. Самый оптимальный вариант. Приманки из новой морской серии от Fishup должны появиться в продаже уже к концу этого месяца или в сентябре. На официальном сайте их можно будет заказать. По стоимости одна упаковка таких приманок будет стоить ориентировочно 370 рублей в розничных магазинах. Ну а пока я буду тестировать эти приманки, а отчетами делиться у себя в ленте, а также в сторис. С вами был Андрей, всем спасибо за внимание, пока!